2 километра по полю, затем на лодке через широкий ручей и еще 800 метров пешком по лесной роще. Такой путь почти ежедневно преодолевает Александр Янц, чтобы ухаживать за пчелами. Их у него более 30 семей, в каждой по 40 тысяч особей. Вот эта семья, наверное, с самого изначально живет. Вот сколько я занимаюсь пчелотцем, столько она и живет. Одна. Вот я только меняю маток, и все, больше я ничего не занимаюсь ей. Не развожу от нее. Вот как она есть, так и есть она. Вот самый чистый прополис хотел показать. Вот этот берут самый лечебный на холстиках, и вот литки они заделают. За зиму не погибло ни одной пчелиной семьи. А это значит, что к июлю во время сбора урожая меда будет больше, чем в прошлом году. Каждая семья приносит около 20-50 литров полезной сладости. Кроме погоды, опасность для насекомых представляют вирусы и даже дикие животные. Медведь. Ходил? Да. Вот где пугало стоит, там как раз было 7 семей. И он 7 семей он там разворошил, тот год погибли. Они так не выжили, я собрал, но ни одна так не выжила. Пчелы на пасеке сибирские, есть и племенные карпатские. За ними Александр ездил в Новосибирск. Ухаживать и собирать урожай помогает большое семейство. Дети и внуки с ранних лет знают, как ухаживать за пчелами. Они нектар собирают. Из цветов потом летят в улей и складывают их в ячейки кругленькие. Обычно, когда у них там дети, маленькие пчелки. Вот они летают и собирают. Кстати, немногие знают, что для того, чтобы произвести мед не только вкусный, но и полезный, пчелам необходима соленая вода. В день 30 семей выпивают около 3-5 литров соленого раствора. Кроме пасеки, у семьи Янц есть и приусадебное хозяйство – 2 огорода. У меня свое хозяйство, я своим занимаюсь. А чем вы занимаетесь? Ну, держу курей, овец, поросят, огород. В 6 часов, когда просыпаешься, и вперед на работу. Пока управился, побежал, свои дела опять сделал и на работу. Маме помогаем, в огороде помогаем, приборку помогаем делать. Хозяйство кормим. Когда папе летом тяжело, тоже помогаем. Там мед помогаем процеживать. Всего в Тобольском районе более 40 пасек. Пчеловодством занимаются любители и профессионалы. Ранняя весна способствовала обширному цветению. Есть надежда, что меда в этом сезоне будет в избытке. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.